Очередь на польской таможне. 40 часов простояли. А почему? А потому что вот наши доблестные ребята, видите их, какие хорошие ребятки, стоят, кофеек пьют, никого нету в их рядах. Одна машина вот проезжает, бус с украинскими номерами, вон, или автобус. Один в час. Ну не в час, ну раз в 15 минут. А мы все толпимся вот на растаможку в эти два это. И они могут распределить, но это им не надо, чтобы это все. 40 часов там на Польше, 5,5 километров таможни. Кому нужно? Звоним на горячую линию. А там всем пофиг. Вообще всем пофиг. У них хорошая жизнь, они отъели себе пузики. Вот. И расстрела в стране нет. Вот. А все у всех хорошо. И вот так вот мы здесь весело все проводим время. Да, Саш? Да. Все, всем весело. Вот. Страна весельчаков. Вот. В два ряда очередь на растаможку. Да, а остальные вон стоят. Причем я знаю, что на Чопской таможне, это, кстати, Шигини, я знаю, что на Чопской таможне, я не уверен, что там лучше, но я помню, что все равно, если много машин, загоняют даже в зеленые коридоры и принимают. А здесь такое отношение. Да.